Напечатала, Степан Иванович. Напечатала? Ты кто? Ну вот, опять. Я ваша машинистка Люба. По средам мы печатаем ваши мемуары. Сегодня как раз среда. Мемуары? Вот мы остановились на том, как к вам в кабинет зашел Ленин. Ульянов? Ну да. Вот он к вам зашел и попросил у вас 3 рубля. Ну, вспомнили? Ну. Итак, к вам зашел Ленин и попросил у вас трояк до зарплаты. Ну что вы ему ответили-то? А что я ему мог? Пошел ты, Володя, к ядреной матери. Ну, Степан Иванович, ну что же ты такое? Ну, не знаю, у нас мемуары получаются какие-то непечатные получаются. Ну, я не знаю, ну, вы вспомните что-нибудь хорошее, а? О, а может, как я Троцкому морду набил? Вспомнил. Пиши. К одной из первых годовщин революции решили мы отправить послание грядущим поколениям. И закопать в торжественном месте. Ну, что слова, ну, что слова. Хотелось что-нибудь посущественнее того, чего у вас не будет. Ну, не знаю, тушенки бы послали. А? Да думали мы, думали. Долго. Ведь грядущее – это коммунизм. А при коммунизме будет все. При коммунизме будет все. Все. Кроме денег. Это точно. И тогда я решил послать деньги. Лучше золотом. У нас еще тогда было царское. Угу. Еще не успели пропить. И чего? Отвергли мое предложение. Угу. Жалко. А я все равно послал. Я тогда всеми финансами заведовал. Выписал мандат, получил золото и спрятал. Царскими монетами 2 пуда. 2 пуда? А? Ну и где же они? Здесь, на даче. Че, до сих пор? А? Лежат. Правда, без одной монетки. Одну монетку потеряла. Ну, ума не приложу. Где? Напечатала. Чего? Ну, про золото. Какое золото? Yeah.
дедушки. Так, требуется специалист-кладоискатель на дачу. Так. Вам повезло, это я, мадам. Правда? Угу. Я так рада, что я вас встретила. Я только что из Индии. Вы так необычно одеты. Там все так ходят. Там сезон дождей. Надо же. Да, только имейте в виду, я не люблю копать. Ой, да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. У меня муж Коля, он с удовольствием этим займется. Вы пока можете пожить у нас. Правда, мы живем в коммунальной квартире, у нас две небольшие комнатки. Вы поживете в одной из них. Соседей у нас много, но они люди добрые. Проходите, пожалуйста. Проходите. Сюда. Коля, я нашла. Деньги. Да нет, кладоискателя. Деньгами не пахнет. Ты где это взяла? Да тише. Я экстрасенс. Гарик Эммануилович. Нобелевский лауреат. Коля. Любин муж. Похвально. Эх, коммуналка. Коль, он лучший специалист в стране. На рассвете соберите народ. Буду читать лекцию о пользе денег. Наконец, любите ли вы деньги, мадам? Да. Они вас нет. Нет взаимности. Но как ее добиться? Ответ гениально прост. Деньги – это самое мистическое явление природы. Они обладают энергией, биополем, астралом, менталом. Они обладают тайны. Каждый из вас замечал, то они есть, а то их нет. Откуда они приходят? И куда уходят они? Вот в чем вопрос. А ведь деньги – это живые существа, такие же живые, как и мы с вами. Какой-нибудь ничтожной, жалкой женщине вы дарите пламень очей, огонь души, жар поцелуев. Кто-нибудь из вас целовал 100 рублей? Дайте же мне их. Я научу вас страстности лапзаний. Целуйте же их, лапзайте же их. Читайте им стихи, слагайте им гимны и деньги. Радио России. Деньги. О, и деньги ответят вам тем же. Тезисы моей последней диссертации. С мистикой? Я согласен. Астрал. Это мы понимаем. Но чтобы деньги целовать или стихи им сочинять, это уже глупость. Да ладно тебе. Вот в среду мы к нашему дедушке поедем. Так он 2 пуда золота закопал, а где не знает. Что, 2? Какая среда? Поедем немедленно. Степан Иванович такой человек. Вот поможем ему найти деньги.
А он мне за это зарплату прибавит. Ты чё, сдурела? А чё? По закону 25% полагается. Чего? Чего? Сколько же это будет-то? 32 на 4. 32 разделить на 4, так. 8. 8 кг золота. А ты зарплата. Ну, тундра. Ой. Ты чего? Мы же мемуар по средам печатаем. Ну, сегодня же четверг. Ну, так соври что-нибудь. Чего? Вы скажите, что сегодня опять среда. Да. Как время-то летит. Кажется, только вчера была среда. И вот опять среда. Пиши. Как известно, Ленин в тюрьме писал молоком. А чернильница делала с хлеба. Поэтому на волю выходил во, поправившимся. Я же сидел в тюрьмах, где молоком не поили, да и хлеба не давали. Но я все равно писал много. А на чем же вы писали? На стенах. На стенах. А что? Нет, не печатай, не надо. Вот за это я получил свой 7-й орден. Да, как сейчас помню. Степан Иванович, а за что вы получили свой 6-й? За экспроприацию Евы Браун. Помню, это было в 43-м году. Вызывают меня в генштаб. Выдают велосипед и гранату, чтобы я был похож на простого обывателя. И поручают перейти линию фронта и похитить эту любовную гадюку фашизма. Приехал я в Берлин, встретился с товарищами, узнал у них, где метро. И по подземному переходу пробрался в самое логово зверя. И там я ее на это военное тайны. Но одно могу сказать. Для верности взял двоих. Одну Еву, а другую Браун. Я помню, фюрер
на меня очень сильно обиделся. Понятно. За это и орден. Да. За это, да. Через 10 лет за отличную работу на лесоповале. Вот. Нашли? Ищу. Чего ищу-то? Чего? Гарика ищу. Ты чего его искать? Вон он. Ах, жулик. Я же говорил. Ой, я это не люблю. Я туда не хочу. Я не пойду. Я не хочу. Козел. Мне нужен свежий воздух. У меня жизнь ишемия. Мне врачи велели гулять. Отойди. Хабуга. Ты нахал, понял? Ой, я требую адвоката. Молчи, майданчик. Мы не во Франции. Люба, уберите от меня эту гильотину. Поделим поровну. Поровну. 25% на троих. Нам с Любой по 12. А тебе один. Жлоб. Правильно, все отдадим Степану Ивановичу. Где же золото? Там должно быть двойное дно. Ты спокойней, Коль, спокойней. Ну что, ну есть чего здесь? Ну что, ничего? Это же земля. Ага. Обыкновенная. Ух. Я понял. Понял! Надо перекопать весь сад. Что, все 2 гектара? Ну да. А что делать-то? Я считаю, что надо сказать все Степану Ивановичу по-честному. Про что? А про то, что мы хотим найти ему деньги. Так он же нифига не поймет, у него маразм. Правильно, товарищи. Это и будет направлением нашего главного удара. Это что же, убийство? Стыдно, Люба. Но ты же не Коля. Надо вернуть деда в прошлое. Надо победить его склероз. В буфете посмотри. Эх, Люба. Напрасно ты не хочешь в тюрьму. В тюрьме я провел свои лучшие годы. Допросы, побеги. А если повезет, то и пытки. Разговорчики! Да ну вас! Скажите им лучше все, они уйдут. Степан Ермаков никогда не был предателем. Разговорчики! Голубчик, ну когда же в тюрьму? В тюрьму. Заработать надо. Привыкли, понимаешь, сидеть на шее. У государства. Сопляк! На этой земле цены нет. Ты будешь давать показания? Пиши. Я родился в деревне Ермаковка. Деревня наша была бедная. Короче. Деревня наша была очень бедная. Еще короче. Деревня наша была очень, очень, очень бедная. Да что же это такое-то, а? И когда я подрос, родители отослали меня в город.
на заработки. Когда я уезжал, мать сказала мне: сын, возьми горсть родной земли на память. Но я был весь в отца. У отца натура широкая. Я взял целый чемодан. С этим чемоданом я не расставался всю жизнь. Даже когда работал в Кремле. Он стоял у меня в кабинете. На столе. Это не пойдет. С Кларой Цеткиной в одной камере. Явки, конспирация. Интересно. Врагу не сдается наш гордый варяг. Ёлки-палки. Тарам-тарарарарарара. Я вам не Буратино. Устроили тут театр. Земля уже мягкая, дышит, копать надо. И учтите, сверхзадача – оживить его воспоминания, проникнуть в самое сокровенное, подобрать ключ к его этому… кладу. К склерозу, к сознанию и подсознанию. Вы меня понимаете? Какой же ты тупой, Коля. Действительно. Так, Люба, вперед. Ага. Степан Иванович, к вам люди идут. Да. Да. Ходоки! Ага. Еще какие? Из тайной организации. А. Зови! Зови! Алло! 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 Отключили! Большая у вас организация? Не маленькая. Большая. Не слышно ничего. И не видно. А какая конечная цель вашей организации, а? Свержение конституционного строя? Конституция. А? Диктатура! Цель наша тайная. Шарман! Ну, это как ее? Конституция! Конспирация всего земного шара. Вот это да! Молодцы! Товарищи, Ивана у полицаев отбили. Иван. Пытали. Я ничего не сказал.
А он все равно 16 дней ничего не ел. За общее дело чуть жизнь не отдам. Я тоже хочу отдать. Чего? Жизнь. Чью? Свою. Этого мало? Для конспирации нужно много капитальных капиталовложений. Понял. Сейчас принесет. Это самое дорогое, что у меня есть. Это все? Все. Благородно. Очень благородно. За это вы награждаетесь торжественным рукопожатием. Давай. Благодарен. Угу. Весьма благодарен. Доверяем вам особо важное задание. Ага. Никому ничего не рассказывать. Понял. Шли. Эй! Эй! Уважаемые! 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 О! Конспирация. Денег здесь нет, пора линять. Ты куда? Ах, да. Поздравляю с дебютом. Ну? Люба, этого мальчика ждет блестящее будущее. Поздравляю! А. Ну и что? Ах, да. Ну, в общем, это ваш первый гонорар. 172 рубля 40 копеек. Да. Так, поделим поровну на троих. Потом... Вы талант, Коля. Вы талант. Вам надо продолжать глубже постигать образ, проникать в рубль, то есть в роль, то есть в маразм, сверхзадачу. Я беру свою долю. Мне надо срочно в Москву. Здорово я ему. Конспирация всего земного шара. Артисты мои. Шанель? Сальвадор Дали? Что? Я говорю, Сальвадор Дали. А я Таня. Танечка, так это же совсем другое дело. Танюша. Нет. Я всегда в себе что-то такое чувствовал. Чего, опять живут, что ли? Да нет. Я про талант. О. Я тебе чего всегда говорила? Вот ты всего б добился, если б не лень. Ты посмотри, сколько Гарик работает. Ой, а читает сколько.
что ли, почитать чего-нибудь? А ну, давай какую-нибудь книжку. Ну, наконец-то. А то все деньги, да деньги. Одни деньги на уме. Сейчас. На кого-то. Как стать богатым. Угу. Особенно для бедных. Гарик Эммануилович сам написал. Трактат. Индийский. Ой. Живу один. Квартирка небольшая, 8 комнат. Мучаюсь. О. Здравствуй, няня. Чё? А это кто ж будет, а? Дочь. Чья-то. Так, прошу. Прошу, кисонька. Прошу, маленькая. Тебя я умоляю. Вернись, чалит. Ну ты даешь. Привык, знаете ли, к комфорту. Приходится содержать много прислуги. Да. Тут у меня шофер, там садовник, там этот самый дворник, да, чалит одним словом. В общем, довольно сложно, да. Как там на бирже? А? Какой курс доллара? А, растет, сволочь, ага. Угу. Тогда быстро. Мальборо, угу. Шампанское, фрукты и цыган. А это? А это потом, вот. Люба! Люба! Ай, куда они все подевались-то? Вроде среда. Фу. Преодолел. Отчаянный я все-таки парень. Да. Пойду, подиктую. Как добиться того, чтобы деньги любили вас? Как сделать так, чтобы они сами тянулись к вам? Ответ прост. Надо дать понять им, что вы любите их чистой, бескорыстной, платонической любовью. Вот несколько мистических упражнений для развития вашей финансовой энергии. Первое. Положите перед собой деньги. Люб, у нас есть деньги? Есть. А? В кошельке. На. Так. Держи. Угу. Ласково посмотрите на них. Как? Ласково, нет? По-моему, не очень. Дыши. В молодости у нас была могучая конспирация. Чемоданы с двойным дном. Сапоги с двойными подошвами. Кепки с двойным козырьком. Даже носовые платки двойные. Бывало, полицейский идет мимо, а ты сморкнешься, а он смотрит. Но только у меня, у одного, были очки с двойными стеклами. Я у них перевозил гремучую смесь для бомбы. Эта жидкость от малейшего сотрясения взрывалась. Бывало, едешь через границу, в поезде, боишься? Ну, не за себя, конечно, за порученное дело. Да. Цыгане!
деньги – это здоровье. Все знают, что богатые реже болеют. Всем известна поговорка «купаться в деньгах». К сожалению, мы понимаем ее в переносном смысле. А надо в буквальном. Упражнение номер 40. Любимое упражнение американских банкиров. Наполните ванну водой, положите в нее деньги. Лю, а у нас есть еще деньги? А? Посмотрим, что мы здесь написали-то. Так. В наше время было модно взрывать генерал-губернаторов. Точно, точно. У меня не было денег, чтобы купить себе приличную бомбу. В то время я работал в пекарне вместе с Максимом Горьким. Точно! Ой-то! Да, он, Максим, в свободное время дрался, а я сидел, делал бомбы. Взрывное дело было тогда несовершенно. Бомбы не взрывались. Я приносил их домой и чинил. Помню. Бывало, все идут гулять. В трактир или на маевку. А я сижу, паяю. За это товарищи уважали меня. Но для проверки дали ответственные задания. Свергнуть самодержавие в России. Я его и выполнил. Ну что? Чувствуешь? Чувствую. Что? Концентрация. Мало. Подсыпь еще. Ну, Коль, последний. Давай, давай, давай. Хорошо. Кайф. Ты чё, Ромала? Ящик. Амаретто. Шампанское. Балык. Икра. Цыгане. Салют. Парад на Красной площади. А мебель где? А? Мебель. А, мебель я уже вышла. Что ты, господи. А телевизор? А телевизор ты цыганам подарил, ну. Мило. А что-нибудь осталось? Осталось. Во, все твое. Элла? Да. Оставьте себе на чай. Нет, милок, ты меня ой, не надо. Мы не люблю щекотки. Мы не надо. Я вообще не ношу с собой мелочь. Это не мой пиджак, это пиджак какого-то деда. А это? Да. А что это? О, вот так мелочь. Это ж царская чеканка. Большие деньги обладают большим биополем. Маленькие деньги, наоборот, обладают маленьким биополем. Коль, слышишь? Повторяю. Большие деньги обладают большим биополем. Маленькие деньги обладают маленьким биополем. И подсвязно. Рамки действуют при приближении к богатым людям. Древним кладом. Кладом. А также при приближении к Сбербанкам, коммерческим ларькам и палаткам. Активно рамки начинают действовать при приближении к
мафиозным структурам. В бедных кварталах, а также трущобах разных стран мира, действие рамок может прекратиться совсем. Коль, что там у тебя? Коля, осторожнее. Гарик Мануилович, мы вашу теорию испытываем на практике. Кажется, действует. Только вот мы про третий глаз не поняли. Вы нам объясните, пожалуйста. Потом. Я понял. Золото здесь есть. Да, конечно же, есть золото. Ну, рамка же показывает. Рамки не помогут. А что поможет? Что поможет? Вот. Чапаев. Василий Иванович? Он. Ты кто? Радистка или шифровальщица? Я Люба, ваш товарищ. Сейчас мы будем слушать радио. Зачем? Нам могут передать шифровку из центра. Говорит голос Америки из Вашингтона. Переводи. Говорит голос Америки из Вашингтона. В русских газетах появилось сообщение о том, что герой гражданской войны Чапаев жив. Москва до сих пор скрывает правду о нем. С подробностями так называемого дела Чапаева наш корреспондент из России Савик Шустров. Кто? Шустров? Савик? 1, 2, 3, 4. Лю, меня хоть слышно там, нет? Алло, 1, 2. Василий Иванович, скажите что-нибудь хорошего для наших слушателей. Сюда. Ура! Ура! Не понял. Чапаев жив! Я так и думала. Все равно не понял. Ну, жив! Друг ваш жив! Чапай! А? Поняли? Понял. Провокация. Ну как же? Ну вы же сами в своих мемуарах-то писали, что Чапаева ни пули, ни огонь, ни водка не берет. Провокация. Я одно время курировал комитет по телевизорам и по радио. Ну так это-то голос Америки. Все равно брехня. Я этот голос и финансировал. Чего мы только тогда не финансировали. А вдруг не приедет, а? Вдруг не приедет? Да приедет, приедет. Он мне сам только что по телефону звонил. Ну, это ж надо. Да. Кому сказать, не поверит. Сам Чапай на обед пожалует. Вот. Посмотри. На? Это мы с Чапаем. В 18-м. Точно, с Чапаем. У нас тогда все общее было. Даже сапоги. Вот эти сапоги были общие. А чё-то не похож. Конечно, не похож, потому что это я. Ну, а Василий Иванович-то где? А Василий Иванович, понимаешь, вредный был этот фотограф. Такой зараза. Говорит, без сапог босой разврат. Понимаешь, вот какой. А в этот день моя очередь на сапоги-то была. Поэтому это я. Вот он, я стою. Ну, понятно. А Василий Иванович вот здесь вот. Вот он. Видишь? Где? Вот тут стоит. Теперь видишь? Ну, Осовый. Теперь вижу. У нас все общее было, понимаешь? Все общее. А, вот она. Мы ели из одной миски, одной ложкой. Угу. Да, вот она.
Мистер, вот мы изъели, а ложку потерял. Дырка. Дырка, пуля. И это пуля. Гвоздь. Да. Ну все, Степан Иванович, все готово. А? Что? Это, понимаешь? Что такое? Забыли что-нибудь? Пулемет! Степан Иванович, ну разве так друзей встречают? Да ты не волнуйся. Василий розыгрыш любит. Однажды он мне в суп гранату положил. Вот смеху-то было. А, так вы холостыми? Боевыми. Самыми, что ни на есть, боевыми. Точно. Василий, ну совсем не изменился. А рядом-то кто? О, так это же я! Чапая пуля не берет. Ох, как шарахну сейчас. Восемь. Эй, Гарик. Гарик. Миленький, ну попробуй. Ой, ну попробуй встать. Вот так. Вот, хорошо, маленький. Вот так. Вставай. Вот. Вроде цел. А ну попрыгай. Пятьдесят девять. Живой. Да. А Чапай-то ростом повыше был. Эх. Надо было его гранатой проверить. Надо же, как отделал. Такой не родную мать. Ни жену не пожалеет. Жену? Жену пожалеет. Если ты порядочный человек, ты должен на ней жениться. На 18-м месяце она. Чего тут непонятного? Обычное дело для вас. Обрюхатил девку-то, а сам в кусты. Не помнишь? А это потому, что забыл. Девку не жалко, себя бы пожалел. Себя не жалко, девку пожалей. А ну, Люба, покажи. И как же она теперь твои мемуары будет печатать? Неизвестно. В общем так, папаша, даем тебе один день на размышление. Иначе я не знаю, что он не знает, что мы... Что он с тобой сделает? Понятно? Чего еще? Кажется, началось. Совсем уже. Шевелится что-то. Будем рожать. А-а-а!
Ты кто? Ну, вы спите. 5 лет прошло. А где Люба? Ну, иди, иди ко мне, мой золотой. Ну-ка, дай я штанишки тебе поправлю. Здрасте. Люба, Люба, а где это? Ну? Вот. Ванечка, а ну-ка, кто это? Это наш папка. Папа! Ну, чё ты так долго спал-то, папка? Папулька. Папа. Папа. О, бежит время-то, бежит. Как же все эти годы ты жила, Люба? Трудно жила, трудно, Степан. У Ванечки-то ведь свинка была. Она у него и до сих пор. До сих пор? Ой, сколько же я денег на лекарства истратила. Да, ведь у него еще скарлатина, ангина, коклюш и этот, как его? Рахит. О. Рахит. Рахит? Угу. Сам ты, дяденька, Рахит. Спасибо брату, помогал. Спасибо, брат. Ладно. Ну, ничего, ничего. Теперь я буду помогать. Да. А Ванечка ведь такой способный, такой умный растет. На тебя похож. Да, ну, что ж делаешь, растет прямо на глазах. Ванёк, ну-ка прочитай папке стишок, который ты в садике выучил. Давай, давай, давай. Не стесняйся. Ух ты, золотце мое. Ну, вылитый я. Копия. Муха, муха, цикатуха, позолоченное брюхо. Пополю она пошла. А, муха пополю пошла. Муха денежку нашла. Муха-то денежку нашла. Вот.
Отдаст, отдаст, вот увидишь, сейчас сам все принесет. Он же сказал, что для сына ничего не пожалеет. Для меня. Я наследник. Какой наследник? Я наследник. Ты Рахит. Это ты Рахит. Да я перекопал своими руками. Да, нору, нору, Рахит, понял? Иди сюда, Кирюха. Отстань от меня, дубина. Книга – лучший подарок. Прости меня, Гарик. Прощаю. Ты понимаешь, я же тебя жуликом считал. Правильно. Вруном считал. Правильно. Все вру. Как только говорить начал, с той поры вру. Ой. Аферистом. Какой же ты аферист? У меня 6 жен, 3 судимости. И никого в лицо не помню. Только судил. Прости, Гарик. Прощаю. Прости. Прощаю. И я прощаю. И вы меня простите. Я вашу мебель пробил. Нечаянно. Телевизор цыганам подарил. Какой же вы мужественный, Гарик. Учись, Коль. Человеку он тяжело, а он все на шутку. Ай. Человечище! Я всегда говорю правду. Говорит Москва. Работают все радиостанции мира. Дорогой Степан Иванович, поздравляю вас с присвоением вам 125-го ордена. Ура, товарищи! А я на работу устроюсь. А я? А у нас будешь жить. Я тебя усыновлю. А давайте пойдем к Степану Ивановичу, расскажем все-все честно. И поедем домой. Правильно. Николай, а вы были в Древней Индии? Ну что вы? Да я служил в Туркмении. Тогда вы должны знать, что в Древней Индии древние маги приклеиваю золотую монету на третий глаз. Кому? Никому. А для чего? Чтобы золото сливалось с аурой человека. За что? Чтобы притягивать деньги и находить клады. И ты был в древней Туркмении? Да. Я был в древней Индии. Хорошо, завтра уезжаем, но золото здесь есть. Монетка-то дедушкина. Вот сейчас пойдем и найдем клад. Не могу. Я забыл заклинание. Убейте меня. Чего? У вас есть бумажные деньги? Зачем? Надо. Люба, у нас есть деньги. Да, у нас есть деньги. Последние. Так. 5 рублей с персом Бермана.
Потом еще, потом. Так, быстро всем в костюмерную. Сом берманат, о рубс берманат, як сум о отделка государственных казначейских билетов преследуется по закону. О берманат, это берманат, о рубс, як сум берманат, як манат берсом, берсом, берманат, о рубс, о. Эх, молодежь, молодежь, нет бы книжки почитать. Эх, в книжках много чего хорошего бывает. Один рубль, бир рублс, бир сом, бир сом, бир манат. У рубле, у рублс, о бир сом, бир манат. Ай, Марка, твой доллар. Трай, франк. Иван, подойди ко мне. Папаша, папаша. Папаша. Алло, папаша, мы не в Париже. Я тебе дам Париж. Ты пьян? И куришь. Смирно. Ты знаешь, у меня есть некоторое состояние. И вот я хочу отдать его тебе. Дураку глупому. Сработал. Только после того, как ты поступишь в Суворовское училище. Завтра же отправишься. Я не хочу. Я уже вызвал генерала Антонова для сопровождения тебя на место службы. Устроили мне здесь балаган. Вы что думаете? Я идиот? Конспирации всего земного шара. Даже мне этого не удалось. Папаша, так мы же... А? Забыл. Ой, ну, вчера помнил, а сейчас забыл. Ванечку увидел с саблей, испугался. О, от радости, от радости. Ну, и забыл. Вспоминайте, вспоминайте. Подумаешь, два пуда золота. Эка невидаль, дерьма-то. Ну, вспоминайте. Вспоминайте. Успокойтесь. И... Вспомнил! Вспомнил! Это... Ну, варенье! Яблочное! Забыл! К столу! Эх, Степан, Степан! Теперь я вижу, что у тебя с памятью далеко не уставные отношения. Я тебе еще в 31-м году говорил, что яблочное варенье я не ем. Вот кружовник или редька. А что яблоки? Подумаешь, дерьмат. Что это, фрукт? Вспоминайте, вспоминайте. Люба,
А что я должен вспомнить? Я вспомню. Подумаешь, 2 пуда золота. Я помню, как адмирал Колчак мне поручил охранять 33 пуда золота. Это было на станции Волочаевка около Минусинска. Куда идем? Зачем? Минусинск. Да я эти 33 пуда еще в 49-м году конфисковал. За это и 10-й орден. А этим одни гулянки на уме. Нет, чтобы книжки почитать. В книжках много чего хорошего.